Ремонт комнаты. Вот так вот все выглядит ужасно. Сдирка обоев. Марин, передай всем привет. Всем привет. Вот так помаши. Короче, чтобы содрать обои, их надо намочить. И вот такой вот шубочкой они слазят. Шпателёчком. Проще наклеить. Проще наклеить, да. Вот как красиво. Целыми пластами. Надо. Давай. И вот так вот потихонечку, потихонечку. Процедура нудная. Время занимает долго. Нервов еще больше. Да, Маря? Не, мне нравится. Нравится? Да ладно. Короче, потом все это будем штукатурить, подливать. О, какие пласты хорошие. Клеить обои. На два слоя. Двойной пласт, что ли, я не понял был? Угу. Как это так? Это вот другие уже. Во, красиво. Главное, хорошенько намочить, да, Мари? Обязательно. Чего ты улыбаешься? Чего? Стесняешься? Кого-то, да? Зрителей. Зрителей, да, стесняюсь. Я прямо сейчас на YouTube это все выложу. Укладываю. Скажи, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, Марин, скажи. Нет, сам говори. Стесняется. Ну, короче, вот так вот. Медленно, но верно мы идем к своей цели. Ну, хорош, наверное. Хорош. Угу. Следующее будем видео снимать в шпатлевке. Что тут говоришь? Тут плесень. Плесень? Шкурить будем. Грунтовать. Тут еще отверстие осталось, видать, от старого отопления, да, вон сверху? Mm-hmm. Сейчас отопление тут новое вот такое стоит. Было старое. Mm-hmm. Ну и все. Ставлю на паузу. Mm-hmm.